Здравствуйте! Начинаем новую тему изомерии органических соединений. Обратите на нее внимание, это очень сложная тема. Она понятна будет только тогда, когда всю тему органические вещества будет пройдена, потому что по всей теме это сделано. И эта тема нужна при подготовке к сдаче экзаменов в институт. Изомерия цепи. Пишем только скелет формулы, то есть только углеродные атомы, а водородные атомы подразумеваются. Итак, А – это скелет неразветвленной цепи. Б – скелет разветвленной цепи. Второе – изомерия двойной связи. А – двойная связь стоит между первым и вторым углеродным атомом. Б – двойная связь стоит между вторым и третьим углеродным атомом. Изомерия тройной связи. Точности также. А – между первым и вторым. Б – между вторым и третьим. Пространственная изомерия алкенов. Здесь смотрится, где двойная связь и радикалы. Цис-бутен или стереорегулярная система. CH3 и CH3 по одну сторону от двойной связи. Трансбутен CH3 и CH3 по разные стороны от двойной связи. Нерегулярная система. Пятое. Изомерия двойных связей у диеновых. А. Кумулированные рядом двойные связи. Б. Сопряженная через один связь. Двойные связи и изолированные через две одинарных или три одинарных связи. Изомерия галогенопроизводных. А. Первичные, если углерод, с которым соединен хлор, соединен с одним углеродным атомом. Б. Вторичные, если углерод, соединенный с хлором, соединен с двумя углеродными атомами. И Б. Третичные, если углерод, с которым соединен хлор, соединен с тремя углеродными атомами. Изомерия ароматических производных. Ортоксилол, метоксилол и пароксилол. Смотрим радикалы. Орто. Рядышком радикалы CH3, мета через один углеродный атом, пара через два углеродных атома. Восьмое. Изомерия групп OH в спиртах. Так же, как с хлором. Первичный спирт, вторичный спирт и третичный спирт. Изомерия расположения групп NH2 в аминокислотах. Если рядом с функциональной группой альфа ставится, а не цифра, если через один углеродный атом от функциональной группы бета ставится, откуда отходит NH2, и если через два углеродных атома гамма NH2 ставится. Изомерия углеводов. Это очень сложная тема. Полностью она дана в теме углеводы. Здесь мы рассмотрим углеводы. Открытая форма CH2OH, CH2OH4COH и циклические формулы. Пиранозная форма альфа-глюкоза группа OH вниз по отношению к кольцу. Теперь фуранозная форма, то есть пятичленная форма глюкозы альфа-фуранозная форма глюкозы альфа-глюкоза и альфа-D-глюкоза. Здесь нужно смотреть, куда направлены группы OH. Смотрите по рисунку. И бета-L-глюкоза. Тоже смотрите по рисунку, куда направлена группа OH-L и OH-бета. Теперь открытая форма глюкозы. Смотрите по рисунку, как она, и запоминайте, в какую сторону по отношению к цепи стоят группы OH. Изомерия с хлором. Ну, здесь просто формулы уже написаны. Первичный хлористый бутил CH3, CH2, 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 хлор от первого углеродного атома отходит. Теперь вторичный хлористый бутил от второго углеродного атома отходит. И третий, третичный хлористый бутил, отходит хлор от углеродного атома, от которого вверх идет еще радикал CH3.